Здравствуйте, меня зовут Наталья Ревуцкая. Я сотрудник Центра тестирования и развития гуманитарной технологии, город Киев. Вашему вниманию предлагаем тест, профориентационное тестирование, которое называется Профориентатор UA. Этот тест позволяет решить множество проблем, которые возникают у выпускников, учеников старших классов при выборе профессии. Кроме того, мы оказываем помощь также в работе школам. В первую очередь этот тест позволяет решить проблему профилизации. На сегодняшний день мы начали активно сотрудничать с Кременчугским институтом Днепропетровского университета имени Альфреда Нобеля и также с образовательным округом. Тестирование профориентатор проходит в два этапа. Первый этап — это непосредственно компьютерное тестирование, когда ребенок час сидит за компьютером и отвечает на вопросы теста. И второй этап — это этап профориентационной консультации по результатам теста. Тест-профориентатор состоит из трех частей, из трех блоков. Эти блоки заключаются в чем? Тестируем интересы, тестируем способности, тестируем личность. Это три основных ключевых момента, которые очень важно учитывать при выборе профессии. Ни для кого не секрет, что треть своей жизни мы проводим на работе. И для того, чтобы это время не было потрачено впустую, для того, чтобы на работу ходить с удовольствием, а не идти как на каторгу, мы и работаем. Потому что правильный выбор профессии на самом деле это один из самых важных выборов в нашей жизни. Мы ждем вас на тестировании.